Ну что, приветствую всех снова. Я решила заново запустить эфир, потому что там какой-то сбой произошел. И мне надо было кофту снять, ее по-другому немножечко расположить. Чтобы вы не подумали, что я тут в прямом эфире раздеваюсь. Вот так. Ну и, собственно, все. Продолжаю красить. Набираю лишнюю глазурь с кисточки. И красим. Надеюсь, что хоть чего-нибудь-то вам видно. Thank you.
я расписываю керамическую кружку. Сделала ее для сына. Вот. Кружка в виде кракена. Пока это такие вот очень пастельные цвета, но когда она обожжется в печи, то она будет очень яркая, красивая. Я потом вам покажу. Ну, вообще, скорее, это будет все в стори в Инстаграме, поэтому тех, кто не подписан на мой Инстаграм, и кому интересно смотреть мои керамические работы, я отправляю туда. Так. Конечно, сама я занимаюсь керамикой, много всяких штук делаю. Вот, сегодня еще я сделала такую подставочку для аромапалочек. А еще у меня всякие свечи, тарелочки, куча всего. Надо, наверное, выставить ВКонтакте тоже. Андрюх, все нормально? Иди сюда, что там, всех победили? Нет. Нет? Нет, я как бы пришел посмотреть. Сюда. Да. Знаешь, как тебе? Иду. Нравится? Да, но я думаю, что они будут красным цветом. Оно будет красным цветом. Оно после обжига станет ярко-красным. Почему? А как? Ну вот так. Потому что это же стекло, которое после обжига приобретет глянцевый оттенок. А кто там за вкусняхами полез? Не я. Ага. Макс же берёт вкусняхи. Да все, конечно, можно. Главное, в комнате потом не раскидывай, пусть у тебя там чистенько будет.
такая вот, но она еще не яркая, то есть она после обжига станет очень такой яркой, красивой, будут необычные цвета, необычные переливы. Вот, пока она еще такая. Вот, как-то так. Так, мало народу, короче. Пока!